Доброго денечка. Мы сегодня едем гулять не просто так. У меня заказ показать улицу Рудзутака в Эмонте. Сейчас она уже так не называется. Сейчас это Курзамыс проспект. А раньше когда-то этот Курзамыс проспект, он делился на три участка. Это была, по-моему, улица Попова в районе радиотехники, дальше проспект Комарова, кажется, и дальше улица Рудзутака. Я вам покажу на карте, на старые эти места. Карта 80, по-моему, 82 года. Вот тогда еще были такие другие названия. А мы едем на проспект Курзамыс, но будем гулять в тех местах, где жила моя подписчица, которая попросила показать ее места юности, детства. Туда мы и отправляемся. Вот сегодняшняя наша поездка будет примерно в этом месте. Голубой линией я отметила то, что сейчас называется проспект Курзамыс. А ранее он делился на три названия. И улица Рудзутака была вот на этом кусочке. Видно название улицы. Мы приедем, скорее всего, вот в это место, примерно посередине. И нужный нам райончик, наверное, будет вот этот, я так полагаю. Вот здесь мы и погуляем. Можно было доехать 21-м автобусом, но я выбрала 4-й трамвай. Окажусь примерно в начале улицы бывшей Рудзутака и где-то посередине проспекта Курзамыс. Мы приехали на конечную 4-го трамвая. Вернее, сейчас это уже не 4-й, номер 4-й сняли. Теперь это 1-й номер. Конечные мне всегда нравились. Так интересно, как будто уже приехал куда-то на окраину. Ну, так оно, в общем-то, и есть. Улица впереди, это и есть Курзамыс проспект и бывшая Рудзутака. И она, Рудзутака, переименованная в 91-м году. Наверное, потому что он был таким деятелем ЦК партии. И, конечно, не захотели оставить улицу, названную его именем. Вот она, конечная остановка. Впереди лес, где мы с вами уже гуляли пару раз. Идем дальше. Как мы видели на старой карте, улица Яна Рудзутака шла от Юрмалы-Сгатвы и до примерно поворота, до которого метров 300. Поэтому это почти начало той улицы. Не уверена, что я дойду до Юрмалы-Сгатвы. Но где-то вот хотя бы в этом районе мы с вами погуляем. Да что ж такое. То кто-то кричит, то кто-то там в лесу. Ребята, наверное, хлопушки какие-то рванули. Какой-то день сегодня нервный. Немножко шумно здесь около дороги. Может быть, я потом сверну куда-то в район. Сейчас мы идем, по-моему, мимо 106-го дома. Слева очень красивый лес. Справа жилые дома. С нумерацией здесь довольно сложно разобраться, потому что и четные, и нечетные здания находятся все с одной стороны. Вот это все-таки 108-й дом, а 100-й дом стоит торцом. И где может оказаться 97-й, совершенно непонятно. Он может быть где-то в глубине района. И, строго говоря, тогда это уже не улица Яна Рудзутака бывшая. Ну, погуляем здесь. Если человек здесь жил, он все равно узнает эти места, и ему будет приятно. Может быть, вам не так интересно смотреть на район блочных 9-этажек. Ну, просто можно наслаждаться сегодняшней красивой погодой. Тут где-то живет Танюша, кстати говоря. Вот, по-моему, в этой 5-этажке. Номер ее дома я не помню. Сейчас подойду, посмотрю. Танин дом 96-й. Так что 97-й где-то тут. Но где, непонятно. Впереди 88-й. Вот такая здесь путаница.
Тут и Танюша удивится, когда посмотрит это видео, что я гуляла около ее дома. Ну, покажу хотя бы окрестности, как все это выглядит. Может быть, человек опознает свой дом. Да, здесь очень запутанная нумерация. Да, сыщик из меня никакой. Я не найду, наверное, этот дом. Наугад иду опять к проспекту. Просто показываю район, наверняка места знакомые. Я очень хорошо понимаю тех, кто жил, уехал. И вот это чувство ностальгии, все те воспоминания о местах своего детства, юности, где жил, где взрослел, где были твои друзья. Птички сегодня чирикают потрясающе. Хорошо, вот это 94-й дом. Возможно, тот 92-й. Как-то все очень запутано. Такие тихие дворики. Опять же, красивые ивы растут. А мы снова выходим на шумный проспект. Это у нас 90-й дом. Он стоит как раз на повороте. И куда пропал 97-й, непонятно. Где-то растворился среди всех домов. У меня есть кое-какие дела в начале Курзума с проспекта. Поэтому теперь мы с вами, наверное, проедем немножко пару остановочек и окажемся уже в другом месте, но все еще на Курзумовском проспекте. Около обсерватории, потому что мне нужно магазин. У меня дома хоть шаром покати, мышь повесилась в холодильнике. Ну и все из этой серии. Поэтому идемте по магазинам. Я все смотрю на этот каланхой с такими цветами потрясающими. Громадный горшок, неудобно тащить. Его сейчас будет